идем прогуляться. А здесь в порту такие яхты красивенные. Мы здесь первый раз в этой стороне. Постоянно в Кемере сначала там на въезде. Там мы всегда жили. А в этом году мы здесь в конце Кемера. Решили пройти, посмотреть. Говорят, тут есть красивый парк. Так что приглашаю вас со мной. Ой, пахнет мятой. Как красивенько. Якорь означает, что мы уже в порту. Бывает, да, это, наверное, вход в парк, и там кафешка. А с этой стороны отель. Посмотрите, какие красивенные пальмы. Я буду восхищаться, потому что мне все здесь очень нравится. Сколько гранат, можно сок гранатовый заказать. Достопримечательность. Котики. Им принесли кушать. А тут и сосны. И пальмы. Так красиво. Какой телефон. Вот это лагуна. Мы ее нашли. Идем сами, не знаем куда. Ну, говорят, что здесь уже прохода нет, валуны, чтобы туда на дикий пляж перейти. И там поплавать. Но мы остановимся здесь. Идем в сторону музея. Этнический музей. Там показано, как, ну, как люди жили раньше. Вот какие цветочки холёси. И вот этот парк. Вход в парк $5. Вот здесь есть. Показано. Ага. Это парк, где мы гуляли, да. Люди развлекаются. Кафешки. А здесь красивенная лагуна. Просто необыкновенная. Сейчас октябрь. Но очень жарко. Погода просто замечательная. Яхты. Сейчас прогуляемся вдоль набережной.
променад. Вдоль всего променада можно зайти в кафе, попить кофе, заказать покушать. Красота. Такая красота, хочется самой смотреть, не отрывая глаз, и вам показать. С нашего пляжа вот эта гора закрывает нам лагуну. Мы только видим гору и порт. Вот это красота. Вид на горы, на Кемер. Там порт, маяк. И там наш отель. Возвращаемся назад. Прогулялись. Далеко не пошли, потому что очень печет любимое солнышко. Смотрите, какие тут столбы, фонари висят. Сосны. Воздух великолепный. Набираемся здоровья. Оздоровительная прогулочка у нас такая. Чистейшее морешко. Спокойное. А запах такой, ну, просто супер-супер-супер. Прогулочные лодочки, яхточки. Все продается и все покупается. Несмотря на жару, все купаются, загорают. Не знаю, как вот этот пляж Марина называется, а там дальше тот пляж платный. Там нужно все покупать. Так просто не полежишь. Сразу к тебе подбегают. Сколько стоит, мы не спрашивали. Мы поплавали и ушли. С едой и напитками ход воспрещен. Пикник запрещен. И сколько он стоит? $5 человека. Нет, нет, мы не пойдем. Мы сфотографируй. Нельзя? Даже порт нельзя сфотографировать. Нельзя. $5 Доллар. Покидаем это чудесное место. Идем назад к себе в отель. А сколько стоит? $2, да? Хорошо, спасибо. Один шарик доллар, два шарика $2. 25 лир. Куда я? Китька.
Не все одного окраса, видимо, от одного папы. Через этот парк по тенечку можно и попасть на пляж. А это наша дорога. Идем в отель. Кампсисы растут. Я тоже посадила под окном, уже на второй этаж взобрался у меня. Даже цвел. Такие красивые кустики. Здесь на улице, а у нас только в ботаническом саду. Ну и многие сажают под домом тоже, чтобы обвивали. Но климат поменялся очень сильно. Какая огромная. Это мы называем мятой. Так она отцветает и в такие плоды превращается. Марина Кемер. Там, где яхты стоят. Порт называется. Кризис, даже яхты стоят. На причале никуда не отправляются. Я люблю Turkish Imperial.